Наверное, мой отец работал с этим коллективом многие годы, как контрабасист. И, конечно, дома происходили обсуждения программ и обсуждения музыки. И мое первое впечатление о зале вообще, как о концертном зале и о симфонической музыке, произошло здесь, в этом зале, в большом зале консерватории. Поэтому я это помню всегда, и это вот всегда со мной.